ребята всем здравствуйте добро пожаловать на такую игру как дрифт на русских машинах с вами я андрей сухин заходим на такие две вкладочки и как сделать тюнинг покраска кузов заходим на четвертую столбик где цифра четыре столбик да и а либо вот сюда вниз вот, либо у вас будет вот такое стекло, а либо вот такое прозрачное, а либо вот где вот этот позвонок мы делаем а, вниз, чтобы было черно, и вот этот позвонок делаем а, весь черный, где черный позвонок делаем, и у нас будет вот такая тонировочка. И нажимаем зеленая вкладка. Да, а либо, ну, если вам нравится, то вы можете вот так сделать, чтобы у вас окна были вот такие прозрачные и, ну, как бы, как сток, да, стоковый э, вид, да. Заходим на такую вкладку, как левый и создать но моя пропала левреи потом мы заходим выбрать из галереи галерея и вот мы когда выбираем вот такую покраску как снежинки картинку и вот так мы можем нашу четверку обделать ну а либо любой автомобиль вот и потом зеленая вкладочка справа внизу но я оставил свою ливрею. Это я, чтобы вам просто показать, как сделать тюнинг, да, и также тонировочку. Вот. И если такой видосик вам, может быть, еще понравился, то лайк, колокольчик, подписываемся и коммент и пока-пока. И с вами был я, Андрей Сухина.